Привет, друзья мои! Привет, Ашка. Привет. Мои хорошие. Мои хорошие. Ой, муха села, синек дур. А, не, муха садится, Ашка, на нас. Синеку дурюр. Синек, ребят. Я не душ алдым, а? Ben de duş aldım. Ne diyorlar? Sinek oturuyor temiz yerde. Öyle mi? Evet. Ben de pis yere gelir diye düşündüm. Aa, чисто место. Ben de temizledim телефон. Так, мои хорошие, мы с Ашкимом в воскресенье решили пойти погулять. Воздухом подышать. Сахил, evet. Değil mi? Evet, Сахил. Посмотрим. С Ашкимом. Так, идем вместе в обнимку. Машка ведет. Не знаю, что будет интересное. Покажу, конечно, вам. Смотрите, какой красивый вид на море. Рыбацкие лодки. Вы видите, я увеличила. Машка меня держит, чтобы я не свалилась. Ай, Ашка, я ваш. Сейчас покажу, где я нахожусь. Куда я залезла? Одна мне подписчица говорит, вы показываете только красивое что-то. Так, мельком посмотрит. Нет, я показываю все, что вижу на своем пути. Видите, семечки, мусор, грязь. Все это тоже показываю. Вот там сидели на скамейке, семечки лускали. Видите как, все показываю. А вот где я нахожусь. Машка меня держит. Держишь меня, чтобы я не упала. Говорит, спускайся. Спускайся. Так хорошо на набережной. Рыбку ловят люди. Ашка, без нее рыбку не ловим. Рыбку, почему мы не ловим? Рыбку, балык, не алмерус. Киса. Киса. Красота. И красивые с ракушек сделаны. Пароходики и мусор рядом. Ну такой уж мусор, но такие. В кафешках Формы. Люди сидят. Рыбаки. Ашки, чоковый балык чевар бегут. Так тепло, друзья мои. А мама ему чалышмьор. Кого мы обнаружили? Посмотрите, невеста женихом. Какая красивая. Девочки, какие красивые все. Ашкин, Гюбек, собери живот, не дыши. О, Гюзель, очень расслабился. Ну, покажи. Йо, Гюзель, чем ты более ол. Ашкин. Две минуты, секунды, говорит. Застыл жених, фотографирует их. Уток съели? Там они, там, у родака. Как я схватила его, чтобы не упасть. Какую красоту я вам показываю. Какая красота. Кендины хас, Ашким, хас код лязем, хас код. Фейс-код лязем, кендини хас. Мы, короче, идем с Ашкемом. Мы с Ашкемом идем, выбираем те
можно поужинать, и маски сис гирилмес, а без масок нельзя, написано. Это возле нас. Мы думаем, почему мы вчера сюда не пришли, оперлись на такси так далеко. И то везде было переполнено. Сегодня воскресенье. А вот такой вот он предлагает зайти, Ашина. Ашина, макам. Акона Макаана. Ашкин. Смотрю, здесь такое место пустое. Здесь прекрасно выйдет какой-то комплекс огромный. Как это пустое, не. Вот впереди такой хэса. Начал окуёр? Хэсха. Ашкин, ингриджи. Хейша. Как раз находится, где вот площадь Фея Галатасарай, Мейдан. Короче, мы исследуем район возле нас. Как гюзель бурадашка. Как красиво. Вау, посмотрите, какая цветочки. Вход такой классный. Бурадай, стервашка. Кафе, как не гюзель баксен. Не гюзель. Очень красиво. Посмотрите. Кафетерий идет, ресторан. Гюзель. Очень красивый. Гарри нас. Ресторан 5 звезд. Special this. Ой, какой красивый. Кафетерий, кофе пьют. Кафе. На втором этаже Кинджи Катадава. Романтик. Красивое место возле нас. Столько машин, посмотрите, все на берегу или в ресторанах. Бурадане, кафе. Кофе, шоколад, минт. Неф. Вот это наверху как красиво. Я, короче, рекламу делаю. Всем бесплатную рекламу. Ресторан. Ночной мерси. Мезитли. А мы все идем, не выбрали ресторан. Решили прийти в наш район. Уже знакомый нам. Красиво так. Но людей не так много. Наконец-то мы нашли ресторан. Это русский ресторан. Очень много шли. Тут все перезаполнено, все зарезервировано. И вот мы сейчас сделали заказ рыбки и ждем его. А потом, после того, как мы покушаем, мы пойдем с друзьями смотреть футбольный мяч. Смотреть с друзьями футбольный матч Турция-Россия. В специальном кафе зарезервировали. Вот, друзья мои, все переполнено. Если вы видите, сейчас у нас ухаживают, обслуживают нас очень много. Приятного нам аппетита. Нам принесли вот такой красивый салат рока. Отдельно есть масло оливковое и гранатовый соус. И вот хлеб горячий, который здесь пекут. Сейчас ждем нашу рыбку. Друзья мои, ашкем не дьор, бельёрсен, сбираем кадар без кутладжа сбирабир. С нашим юбилеем. Будем мы поздравлять друг друга. Потому что каждый день у нас в рестораны. Сегодня воскресенье. Хорошо, что мы, говорит, поженились. Ашкем суичьёр. Ашкем
Bırak aşkım, içim. İyi ki evlendin. İyi ki. İyi ki evlendik. Bir ay kutlayacağız. Bir ay kutlayacağız, evet. Her gün dışarıda yemek. А куру фасоли в детли вар. Столько мяса я сварила, чок этли. Не замалиджес, ярын. Да. Азартес. Ярын, ярын бизде да давет и ты. Аркадашлары бизим. Эве. Ярын да. Фасоли götürürüz onu. Фасоли говорит, заберем туда. Ой, жизнь прекрасна. Принесли наши буне, октопор, каламар. Каламары. Обожаю их, обожаю. Они такие вкусные. Ешь, кем? Юстер, лезет ли мы? Лезет ли мы там, да? Я когда была в Стамбуле, вот помню, меня угостили вот этим. Столько эмоций было у меня. Вода сос, алсен сос. Ну все, будем кушать. Сейчас и рыбку ждем. Вот принесли нашу рыбку, наконец-то мы дождались. Будем с Ашкемом кушать. Афетосал, Ашка. Мы все сидим с Ашкемом, только сейчас доели рыбку нашу. Смотрю, покажу вам ресторан такой. Тут небо открытое. Ресторан классный. Уже все почти поуходили люди, только мы остались. Мы очень довольны обслуживанием и очень вкусно поужинали. Мои хорошие, мы сидим в кафе, смотрим матч Россия-Турция. Россия 2-0 победила. 1-0. Один. Нет, 2-0. 1-0. 1. А, 1-0. Я уже не вижу. Представляете вы, друзья мои, я далеко тоже не вижу. Наши побеждают. Ашкем без казаны Йорус. С нашими друзьями. С Оксаночкой. Моя подружка с Олджаем. Сидим в таком кафе. Прекрасно проводим время. Наш сегодняшний вечер не заканчивается. На берегу красота, друзья мои. Посмотрите, какие розы с... от глаза. Да, чтобы нас не сглазили сразу. Да, с булавочкой. 1-1 счет. Турция, Россия. Я за русских болею. 1-1 счет. Турция, Россия. Мы смотрим матч. Aşkım ne diyorsun? Gel. Посмотрите, мы идем без масок и... Маски такмадым. И полиция остановила из-за масок. Вы представляете, друзья мои, что творится в Мерсине? Вот эти лодки. Наша гулянка не заканчивается. Короче, матч Россия-Турция закончился со счетом 1-1. Все, друзья мои, вот так вот закончился наш вечер. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.